Александр, вы в эфире? Нет. Вот он уже, да. Традиционная пресс-конференция после матча, это был первый матч в новом наступившем году. Главные тренеры команд, гости Олег Александрович Чубинский и хозяева Виталий Константинович Анофриенко. Начнем с гостей. Ну, ваше мнение об этой сегодняшней игре? Ну, выглядит что-то табло Енисей заслуженной победой. Быстрее, техничнее. Комбинационное, командное движение лучше было. Ну, из этого такой счет. Молодцы. Здравствуйте. Ну, мы с ребятами очень много разговаривали насчет показ игровой. Хотим выйти все-таки на хороший хоккей. Это скоростной, быстрый. Как можно меньше потерь было. Сегодня тоже было достаточно много потерь в передачах. Вот как раз то, что мы всегда обсуждаем, это как можно меньше потерь, быстрый хоккей, скоростной, меньше дать сопернику, меньше, чтобы соперник думал, как раз сидеть на сопернике. Ну, в принципе, то, что, наверное, сегодня у нас и получилось, дать должное ребятам, что они все-таки вот все 90 минут старались, в принципе, сандовать там на горе соперника. Ну, и то, что достаточно много было потерь, еще раз говорю, это будет, конечно, не все обсуждать. Если мы выйдем на качество как раз паса, без потерь, я думаю, много может поменяться на другой путь на гейм у нас еще. Коллеги, ваши вопросы? А куда во втором тайме делся Чернышов? Чернышов, он приболел, почувствовал недомогание, температура вроде бы. А у вас Руан Исалиев надолго выбыл? Потому что складывается впечатление, что без него команда вообще не играет. Команда играла, просто не доигрывает в свои моменты. Команда играет так, как дает их соперник. Коллега сказал, что нам сегодня соперник не дал сыграть. Хорошо. Иван, будем надеяться, что ненадолго выйдет. Следующий, последующий игры, как пусть не подойдет. То есть вот так от него действительно сильно много зависит, что так кардинально вот команда просто не играла. Но было видно, что они без задумки. Атаки. Значит, не хватает, если со стороны вам виднее. Коллеги, еще вопросы? Можно вот про позитивный финал с акцией с этими мужчинами? Вообще ожидали ли вы вот, как горожан, будете ли повторяться? Я думаю, это очень здорово, я думаю, что нужно это продолжать. Помощь такая большое дело. Но было очень здорово смотреть, конечно, это приятно. Надо продолжать. А примерно можете сказать, куда направить? Понятно, что учреждение, детские дома, может быть, какие-то. Да. На самом деле, я сразу скажу, опять как-то скромно, что мы не ожидали, что их столько будет. На самом деле это масса. Наши болельщики, наверное, лучшие в мире, реально. Да, у нас есть фонд «Счастливые дети», с которым мы работаем, рисунки рисовали. И с их помощью мы будем распределять эти игрушки. Потому что по детдомам есть определенная проблема с санпином, там они то берут, то не берут. Но есть дети, допустим, черемушка, где-то еще, для которых это будет, может быть, единственный подарок на Рождество. Ну, конечно, своих там добавим, что-то еще. Мы обязательно публикуем отчеты, все как, где. Вот сейчас мы эта акция была первый раз, и поэтому мы даже не могли понять, сколько их будет и о чем договариваться. Вот сейчас посчитаем, будем договариваться. И я еще раз говорю, наши болельщики лучшие в мире. Ну, супер. Ребята в восторге. Спасибо вам. Коллеги. Можно вопрос? Спасибо. Ребята,